Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. В Самарскую область пришел новый штамм «Омикрон». Как медики намерены бороться с вирусом? Прошлые выходные в городе прошли под знаком уборки снега. По поручению губернатора в Самаре провели воскресник. Новая жизнь знаменитой Дзержинки. В Самаре прошла приемка выполненных работ в клубе имени Дзержинского. В этом году в России размер индексации страховых пенсий станет выше уровня инфляции и составит 8,6%. Когда это произойдет, расскажем в нашем сюжете. Божественная литургия, освящение воды и традиционные купания в проруби. Православные отметили один из самых главных христианских праздников года – Крещение Господне. К новой волне пандемии, которая вызвана штаммом «Омикрон», в Самарской области готовы. Случаи заражения уже зарегистрировали в регионе. Какие меры принимают для борьбы с вирусом, расскажем в сюжете. Полная мобилизация, проверка запасов и ресурсов. В Самарской области наметилась тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Более того, выявили 13 случаев заражения новым, более заразным штаммом «Омикроном». Меры борьбы с ним обсудили на заседании областного оперативного штаба. Угроза распространения нового штамма вируса «Омикрона», она более значительная. Собственно, как вы знаете, президент поставил задачу буквально в течение 2 недель подготовить систему здравоохранения. Поручения президентом сформулированы четкие и жесткие. Полная мобилизация и подготовка, проверка запасов и ресурсов. И, конечно же, обращаю отдельное внимание, президентом отдельно было это подчеркнуто, охват тестированием и темпы вакцинации. В Самарской области от коронавирусной инфекции привито более 1 миллиона 650 тысяч жителей, свыше 250 тысяч человек ревакцинировались. За прошедшую неделю сделали прививку в 2,5 раза больше человек, чем на первой неделе года, почти 26 тысяч. По итогам года Самарская область показала 8-й результат в стране по охвату вакцинации, но для победы над вирусом этого недостаточно. Омикрон зафиксирован уже в 100 странах мира. Он характеризуется большим количеством мутаций в шипах, с помощью которых проникает в клетки. Высокую скорость распространения, и в том числе заражает переболевших ранее и вакцинированных. Дети заражаются чаще, чем взрослые. Симптомы заражения напоминают грипп. Заболевание преимущественно протекает либо легче, либо так же, как заболевание, вызванное штаммом Дельта. Тяжелое заболевание при заражении штаммом Омикрон отмечается у непривитых лиц и у лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Пока областной Минздрав отмечает стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении сейчас 5217 человек. На больничных койках 2117 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В стационарах усилены противоэпидемические меры. Введен запрет на доступ посетителей. При необходимости может быть развернуто вдвое больше мест, чем сейчас. А далее коечный фонд могут нарастить до 8,5 тысяч мест. В этом случае будут задействованы 34 больницы. В каждом медучреждении по поручению губернатора провели ревизию оборудования. Ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 передвижных кислородных станций. Необходимый запас препаратов в регионе на данный момент есть. Светлана Кудрявцева, «События». Более 2800 уборщиков и 171 единица техники в минувшее воскресенье вышли убирать город от снега. По поручению губернатора в Самаре прошел воскресник. Городские власти акцентировали внимание на уборке дворовых территорий и участков, прилегающих к объектам социальной сферы. Уборку города в минувшие выходные проверила также глава Самары Елена Лапушкина. Она выехала в Кировский район и вместе с главой района Игорем Рудаковым прошла по дворам, посмотрела, как расчищены подъезды к школам и детским садам. Какие замечания были сделаны, расскажет Светлана Кудрявцева. Первыми на борьбу со стихией выходят дворники. В Кировском районе это более 450 человек. С 5 утра они расчищают территорию у подъездов, тротуары, а уже потом дворы убирает техника, задействуют все имеющиеся машины. Качество уборки снега в 13, 14 и 15 микрорайонах проверили глава Самары Елена Лапушкина вместе с главой района Игорем Рудаковым. Он вот ложится, снег ложится. Я ничего не говорю, работы полно сейчас, пахать и пахать. Нам самое главное сейчас, чтобы общественный транспорт не встал. С дворами потихоньку разберемся, соцобъекты все. Техника есть, люди есть, всех на выходные вытащили, все работают, контракты все заключены.
В первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам, школам, детсадам и больницам. Убирают снег на контейнерных площадках, чтобы рекоператор своевременно вывозил мусор. И пока большая техника проходит проезжую часть, малая чистит тротуары. Тротуары уже прочищены, проезжая часть, пусть даже асфальта пока не видно, потому что реагент не работает еще, движение не такое сильное. Вот, но движение без заторов идет, жалоб на пассажирский транспорт, перебои тоже пока по Кировскому району отсутствует. Снег достаточно большой, выпал уровень. Вот, жители с пониманием относятся, и я еще раз хочу обратиться. Ну, может быть, и извиниться, что мы, допустим, не успеваем так быстро с учетом такого количества осадков, но в любом случае на все замечания реагируем. В районе мобилизовали все силы. Территорию разбили на квадраты, каждый из которых закрепили для контроля за сотрудниками администрации. По словам Елены Лапушкиной, работы впереди еще много, тем более, что снегопад обещают и на этой неделе. Нужно провести расширение проезжих частей и тщательнее чистить дворы. Мы увидели, что работает и техника управляющей компании, что работает техника подрядчика научно-дорожной системы. Но, тем не менее, работа, конечно, еще предстоит более серьезной. Тем более, снегопад не останавливается, снегопад продолжается, и мы должны с пониманием к этому отнестись. Но, тем не менее, и транспорт у нас едет, и выходы из подъездов в основном прочищены, хотя есть замечания даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников сегодня вывели на территорию. Глава Самары в очередной раз обратилась к жителям города с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы была возможность качественно и в срок убирать территорию. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Космический десант на Самарской земле. В эти дни в областной столице работает делегация российских космонавтов. Они знакомятся с производством летательных аппаратов на предприятии «Прогресс» и подготовкой кадров в Самарском национальном университете имени академика Королева. Возглавляют группу начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов и герой России, летчик-космонавт, командир отряда Олег Кононенко. Встретились покорители космоса и с главой региона Дмитрием Азаровым. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Знаковое место – здание бывшей дачи обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос. Спустя 60 лет здесь целых 15 космонавтов. Губернатор Дмитрий Азаров встретился и обсудил перспективы сотрудничества с отрядом научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Гагарина. Уверен, что тысячи и тысячи мальчишек и девчонок, влюбившись в космос, придут и на наши предприятия славные, и, надеюсь, будут также пополнять и отряд космонавтов. Потому что космос, как предчувствие в известном фильме, он живет в душах самарцев. И сегодня, конечно, очень рад сообщать о том, что предприятие успешно развивается. Думаю, что ваш визит добавит, конечно, и вдохновение трудовому коллективу, и всем смежным предприятиям. Дмитрий Азаров рассказал о сотрудничестве с Роскосмосом. Оно приобрело новый статус благодаря созданию научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который признан центром мирового уровня и объединяет сегодня 6 субъектов страны. Также показал покорителям космоса проект «Планетария», строительство которого стартует в Самаре в этом году, и предложил разработать в регионе сквозную программу подготовки кандидатов в отряд космонавтов, который с этого года начинает более плотно знакомиться с научными технологиями, разработкой и созданием авиационной космической техники. Самара оказалась у нас пунктом первым в этом нашем плане реализации. Ну, во-первых, это земля для космоса исторически своя, не чуждая абсолютно, с такими корнями мощными. Вот. Во-вторых, мы четко понимали, что вот РКЦ «Прогресс», да, предприятие, которое у вас здесь находится, это, в общем-то, флагманы производства космической техники, а уж говоря о том, что они производят ракеты, на которых космонавты стартуют, но сам Бог велел нам, конечно, начать с этого предприятия. Космонавты познакомились также с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности Самарского университета имени Королева, побывали на экскурсии в военном учебном центре, где готовят кадры для эксплуатации авиационной техники. И в преддверии нового набора в отряд рассказали, как готовят кадры для полета в космос. Сегодня в центре подготовки около 30 космонавтов. Должна масса факторов сложиться, но первое требование человека, который решил стать космонавтом, конечно, его образование, причем техническое образование, его здоровье, это тоже очень важно. Это один из критериев. Если ты не здоров, то о профессии космонавта можно не думать. Это тяжело, конечно, ждать свой полет. Я, например, ждал 12 лет и 9 месяцев первый полет.
Кто-то у нас 14 лет ждал, кто-то 15 лет ждет. Ну, каждый свое. Сейчас вот немножко быстрее процесс идет. Но посмотрим, что дальше будет. Но в любом случае надо пытаться. Среди тех, кому уже довелось отправиться в космос, и Сергей Куть Сверчков. Он вернулся с МКС прошлой весной. Наш корабль «Союз МС-17» стартовал с Байконура 14 октября 2020 года и приземлился в Казахстане. Уже после работы в космосе мы приземлились 17 апреля 2021. Таким образом, мы проработали на Международной космической станции 185 дней, выполнили множество экспериментов, сделали один выход в открытый космос. В Самаре российские космонавты встретились также со студентами, побывали в научных лабораториях, учебных подразделениях и в музеях. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Новая жизнь знаменитой Дзержинки. В Самаре прошла приемка выполненных работ в клубе имени Дзержинского. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, и важно его сохранить. Специалисты провели работы по ремонту кровли и гидроизоляции фундамента. Подробности в нашем сюжете. Он был центром притяжения жителей города в 40-е и 50-е годы. В военное время, когда Куйбышев стал запасной столицей, в клубе Дзержинского выступали солисты эвакуированных театров. В свой первый приезд в Куйбышев в мае 67-го года здесь выступил Владимир Высоцкий, а позже разместился культурный центр ГУВД Самарской области. Здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, ветшало. Культурный центр ГУВД России по Самарской области очень большое влияние оказывает в жизни сотрудников главного управления. У нас здесь проводились культурно-массовые мероприятия, также проводились награждения сотрудников. Поэтому ремонт этого объекта очень стоял у нас на первом месте. И вот, наконец, свершилось. Работы шли на протяжении года. За это время подрядчики полностью заменили кровлю, сделали гидроизоляцию фундамента, повысили несущую способность конструкций. Главной задачей было выполнение работ без изменения уникальных особенностей здания. Здание получили в состоянии с очень плачевными кровлями, поскольку их никто толком не ремонтировал. У нас везде по всем литерам, за исключением мягких кровель, это фальцевая кровля. Полностью воссоздана стропильная система, огромные фермы над зрительным залом. Представляла такую наибольшую сложность ввиду того, что внутрь двора практически невозможно загнать крупногабаритную технику. Поэтому все приходилось делать, с руки. На ремонт клуба Дзержинского было выделено 40 миллионов рублей. Работы проводились на средства федеральной программы «Историческая память». ДК Дзержинского – отличный образчик архитектуры конструктивизма. И, разумеется, необходимо проводить ремонтные работы по этому объекту. Данные работы позволят продлить эксплуатационный срок здания, продлить его жизнь. В дальнейшем планируется отремонтировать фасад клуба Дзержинского и провести внутреннюю отделку. Ежегодно в рамках программы «Историческая память» на средства федерального бюджета в Самаре приводят в порядок знаковые здания города. В ближайшее время планируется приемка одного из этапов работ по штабу имени Фрунзе, который находится на пересечении улиц Фрунзе и Льва Толстого. Виктория Шарая, события. В этом году в России размер индексации страховых пенсий станет выше уровня инфляции и составит 8,6%. С такой инициативой ранее выступил глава государства Владимир Путин. Сейчас предложение активно рассматривает правительство страны. Также в этом месяце жители региона начнут получать социальные выплаты напрямую из Пенсионного фонда России. С 1 января его полномочия расширились. О новом размере пенсии и о дополнительных мерах социальной поддержки расскажет Михаил Ермоленко. Оплатить коммунальные услуги, купить продукты домой, сходить в гости и провести время с друзьями. Основные расходы, которые покрываются за счет пенсии, рассказывает жительница Самары Ольга Русских. Раз в год она даже выезжает на теплоходе по Волге с бывшими коллегами по работе. Ежегодная индексация вручает, отмечает Ольга. Средняя пенсия растет и появляется возможность небольшие суммы откладывать. Индексация скоро будет наших немножко пенсий. Это очень радует, потому что все, конечно, очень подорожало. Особенно продукты питания. Поэтому я очень буду рада, если хоть немного, но повысит наши пенсии. В этом году россиян ожидает не совсем обычная индексация. По инициативе президента Владимира Путина в 2022 году средний размер страховой пенсии вырастет.
Глава государства поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать выплаты выше инфляции на 8,6%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по стране составит порядка 19 тысяч рублей. Это повышение коснется почти 40 миллионов россиян. По оценке экспертов, в текущем году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 миллиардов рублей. До момента принятия соответствующих решений жители страны получат пенсию, проиндексированную на 5,9%. Кроме положенных пенсионных выплат, самарцы и жители области в январе получат еще и социальные. Их также направят из пенсионного фонда. В начале текущего года структура расширила перечень мер соцподдержки. До 1 января их предоставляли органы социальной поддержки населения. Речь идет о 5 категориях граждан. Это неработающие граждане, имеющие детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные граждане, военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и инвалиды, в том числе дети-инвалиды, которые по медицинским показаниям имеют автотранспортные средства. Как отметили в региональном отделении Пенсионного фонда, новые дополнительные функции и бюджетные полномочия в части мер социальной поддержки позволят максимально оптимизировать работу в области соцвыплат. В стране внедрят единый подход в реализации мер соцподдержки. Это повысит качество предоставления услуг. В Самарской области первые выплаты по переданным Пенсионному фонду мерам поддержки жителям начали выдавать уже с 15 января. Специалисты определили график. В период с 15 по 31 января 403 жителей региона получат выплаты через отделение почты на дом, а с 17 января перечисления начнут производить банки. Здесь количество получателей больше – 16 404 человека. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В Самарской области узаконили летние кафе. Теперь они начнут работать на легальных основаниях, а платежи за аренду площадок полностью поступят в местные бюджеты. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области. Напомним, что до принятия поправок открытые террасы и веранды при ресторанах, кафе и барах работали стихийно, так как их размещение было не урегулировано законодательно на федеральном уровне. Оформить ипотеку в один клик, не выходя из дома. В условиях пандемии в России заработал новый закон. Он позволяет клиентам банков получать кредит на недвижимость онлайн. Востребована ли новая услуга у самарцев в нашем сюжете? Так дальше жить нельзя, решил глава семейства Павел Ершов и пока ждал в машине жену, которая бродила по торговому центру, подал заявку на ипотеку. Семья Ершовых живет в однокомнатной квартире. У них подрастают две дочки, Полина и Милана, старшие 12 лет. Девочкам нужна отдельная комната. Ипотека была оформлена раньше, чем шопинг супруги подошел к концу. Зашел на сайт, скачал приложение, закинул документы, там в машине причем, то есть что-то это такое... Быстро, часа через два пришло одобрение. Ну, я, честно, был удивлен, потому что вообще так вот, знаете, как все так легко, бам, и тут вам одобрена там сумма кредита, которую я запрашивал. Я отметил электронная регистрация, там еще скидка 0,3% была, и ну, все документы в банке вообще просто оперативно направили на регистрацию, то есть мне никуда не пришлось ехать, и скидку я получил, да, то есть и, ну, все легко и просто. Оформил ипотеку Павел по двум паспортам, своему и супруге, а также по СНИЛСу. Теперь семья Ершова готовится к новоселью в просторной квартире в новостройке. Новый закон, позволяющий банкам оформлять документы онлайн, заработал в России в конце прошлого года. И уже сегодня около 70% банковских клиентов предпочитают оформлять сделку, не выходя из дома. Особенно это удобно тем, кто решил приобрести недвижимость в другом городе. Удобство в первую очередь для заявителей, то что при обращении они в кредитную организацию, они сразу подают необходимый комплект документов для предоставления им кредита на покупку квартиры. И там же они подают документы на регистрацию своего права собственности в последующем уже с ипотекой в силу закона. Чтобы получить кредит на квартиру онлайн, нужно определиться с банком, у которого вы будете одалживать средства, скачать на телефон мобильное приложение, в котором выбрать раздел «Оформить ипотеку». Далее следовать инструкции. На каждом этапе сделки клиента консультируют и ведут специалисты. Заявку одобряют дистанционно. Необходимые документы нужно подгрузить в программу. В течение пары часов от кредитного учреждения приходит ответ. В случае положительного решения клиенту вместе с продавцом нужно будет приехать в офис банка, чтобы поставить подписи. Это единственное посещение кредитного учреждения. После чего сделка в электронном виде отправляется на регистрацию в Росреестр.
в банк необходимо прийти и подать эти документы на государственную регистрацию своего права собственности уже вместе с продавцом на эту квартиру, которую они выбрали. Не нужно ходить в МФЦ, то есть не нужно занимать очереди, не нужна никакая предварительная запись. Об этом обо всем позаботится кредитная организация. Попадая к нам в электронном виде документы, мы их рассматриваем в течение буквально одного рабочего дня. Уточнить необходимые для сделки документы можно на сайте Росреестра. Чтобы регистрация жилья прошла четко и быстро, нужен основной договор купли-продажи, сам кредитный договор, а также согласие супруга на сделку. Если согласия не будет, сделка также будет оформлена. Но сотрудники Росреестра сделают отметку о том, что сделка совершена без согласия третьего лица. В случае конфликта между супругами законность покупки может быть оспорена. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. Божественная литургия, освящение воды и традиционные купания в проруби. Православные отметили один из самых главных христианских праздников года – Крещение Господне. Наши корреспонденты побывали на службе в храме, а также на полевом спуске набережной, где была организована купель для горожан. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Закаляться и практиковать купание в ледяной воде начал еще с детства, рассказывает Сергей Трифонов. Иногда приходилось нырять даже в минус 45. Эпатажный самарский блогер, более известный как Серж Морж, уверен, такие водные процедуры укрепляют здоровье. Особенное значение купанием в ледяной воде Сергей придает в крещенскую ночь. Говорит, можно не только поправить здоровье, но и очиститься, буквально начать жизнь с чистого листа. Блогер не только сам практикует моржевание, но и обучает других. Спускайте всегда медленно. Не торопитесь, потихонечку спускаемся, встали спокойно. И перед чем как погрузиться, набирайте воздух, потому что если вы выдохнете, у вас может быть спазм, и вы, может, начнете воздух судорожно хватать. Поэтому вот так вот. В этом году крещенские купания в Самаре традиционно прошли на полевом спуске. Ранее администрация города совместно с МЧС организовали здесь Волжскую купель. Установили палатки для переодевания и обогрева, а также навес с горячим чаем. Недалеко от берега дежурили спасатели и врачи. Уже к 8 часам вечера на набережную начали приходить желающие окунуться. Эта купель стала единственной в городе. Как отметили сотрудники МЧС, практика показала, одной вполне достаточно. Это все-таки набережная, к которой мы привыкли. Территория достаточно обширная, и все настолько грамотно и правильно выстроено и расставлено, что, еще раз повторю, здесь нету ни очередей, ничего. И любое количество граждан, желающих окунуться, приезжает и в максимально комфортных и безопасных условиях производит омывание в крещение, в праздник Господне. Традиция окунаться в прорубь на крещение укоренилась в последние десятилетия и стала народной. Однако, как отмечают священнослужители, она не имеет прямого отношения к празднику Крещения Господня. В этот день церковное отношение к воде действительно особенное, но в ней не купались, а лишь собирали для питья и окропления. Лет 100-200 назад, чтобы воды набрать в этот праздник, а воду хотели набрать всегда, это точно нужно рубить прорубь. И традиция рубить прорубь, очень древняя русская традиция, но ее рубили для того, чтобы осветить и набрать. А про купание мы узнаем достаточно поздно, и отношение к нему было такое, ну, то есть такая народная забава. А более того, если человек, скажем так, все правильно понимающий, благочестивый христианин, хочет все-таки не только пить эту воду, но и окунаться, в принципе, ему никто не запрещает. Помимо купаний на крещение, во всех храмах Самары прошли традиционные службы. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. В новую жизнь и профессию в Самарской области почти 50 тысяч самарцев решили найти новую работу в наступившем 2022 году. По данным статистики, 46 тысяч горожан разместили свои резюме на одном из сайтов по подбору персонала. Среди соискателей, решивших сменить работу, преобладают мужчины. Почти 13% из них хотят трудиться удаленно. Большинство предложений на сайтах – это сферы продаж. Продавцы, менеджеры, кассиры, рабочий персонал, IT-специалисты. Почти половина вакансий, 43%, требует опыт работы от 1 до 3 лет. И только 7% работодателей готовы сотрудничать с соискателями удаленно. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара.ГИС», в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных!